Сегодня, несколько часов назад, произошло ужасное происшествие в московском метро, был застрелен известный актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Владимир Машков. Это событие потрясло всю страну и вызвало волну горя и возмущения. Владимир Машков был известен своими многогранными талантами, он был не только актером, но и театральным и кинорежиссером, сценаристом и кинопродюсером. Его карьера насчитывала множество знаковых работ, и он был лауреатом таких престижных премий, как «Ника», «Золотой орел» и «ТЭФИ». Этот утренний инцидент стал настоящим потрясением для всех, кто знал и уважал Владимира Машкова. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам по работе. Мы также надеемся, что полиция и правоохранительные органы смогут найти и привлечь к ответственности преступников, чтобы они не могли повредить никому еще.